Всем привет, с вами Эго Сириус 12, и мы продолжаем проходить игру Far Cry 3. В общем, в этой серии я решил проходить оставшиеся квесты по доставке лекарств, чем мы, собственно, сейчас и займемся. Ну и первый квест тут буквально в нескольких метрах от нас. Благо, не зря мы весь остров исследовали. Так, и на какой машине мы сегодня сейчас поедем? Это у нас, походу, багги, да? Походу, она, да. Ну чё ж, поехали. Это должно быть весело. Так, одну минуту нам времени дают. И как бы намекают. Ух, нифига себе. Они тут уже и трамплины поставили. Так, главное на трамплины попасть. Не пролететь мимо, то есть. Так, а дальше есть трамплин? Нет? Нету. Так, а теперь куда? Ага, ладно. Мост. Главное, чтобы никто по мосту не ехал в этот момент. А то его любит вовремя ездить. Так, ну, вроде повезло. Также нам какая-то информация обновилась про мост. Не знаю, что там. Так, и встаем ровно на дыры. Ну, достаточно плавно доехали. Не убились. Клады заодно обыщем. Думаю, в этой серии обойдется без убийств. Цитра обещала. Мы уже очистили все от пиратов. Ну, разве только еще по сюжету они остались? Где-то. Так, сейчас куда? Где-то я еще ведь квест видел рядом. А, вот. Так, а вот как лучше? Так или вот так? Нет, лучше снизу. Мне кажется. Так, и сколько нам идти? 270 метров. 280. Вверх. Но я специально выбрал именно этот аванпост, потому что там по карте видно было, что по дорогам можно добраться. Так что сейчас добежим. Машину не беру, и за 200 метров париться. Ой, блин, идиоты. Ну и все, дальше прямой дорожкой добегаем и... садимся. Так, не помню. Сколько у нас только этих квестов? 13 мы выполнили. Еще 6 штук, да? 6 веселых поездок. И, наверное, сегодня еще начнем выполнять эти. Как их? Ну, вот эти вот квесты, я не знаю, как они называются. Так, в легенде они как называются. Сюжетное задание. Ну нифига, оно не сюжетное, если честно. Кстати, вот смотрю я на остров, на карту второго острова, и что я вижу? То, что здесь нет заданий потерянной экспедиции. То есть мы их все прошли, а в принципе толку-то и никакого. Я-то думал, на втором острове хотя бы одно-два будет. Я не знаю, может они потом появятся, но вот на первом острове их нет. Кстати, а можно переместиться? Ух ты, можно на первый остров переместиться, фига себе. Прикольно. Но так или иначе, нет тут этих квестов. Да, нету. Ну вот мартышкин труд еще остался, но мы его потом пройдем. Ну ладно. Нет так нет, идем дальше. Серия, не знаю какая будет, наверное около 30 минут. Маленькая, понимаю, но уделим ее чисто одному виду квестов. Потихоньку вот так разгребаем эту кучу квестов. И скоро уже начнем выполнять сюжетку. Так, нам прямо походу ехать надо, да? Да. 44 секунды счастья. Посматривайте на карту и, в принципе, вперед, и ничего сложного. В
Главное, с обрыва не улететь. А, ну нам намекают, что нам надо съехать. Ладно. Едем вниз, дальше. Вот. И постарайтесь в дерево не улететь. Так, 16 секунд, но я думаю, мы успеем. Самое главное, ровно на дыма парковаться. Фух. Я боялся, он сейчас начнет требовать подъехать прям к машине. Но нет. Кстати, нам это нужна, как зеленая трава. Да не за что насчет доставки, обращайся. Мне будут травы зеленые набрать, потому что у меня она кончилась уже. Что такое, он не проходит, никак пройти не может. Ну нету нигде травки. То есть склад где-то вот, непонятно. Где он? А, вот он. Лады, взяли. У нас их еще 5. Давайте-ка посмотрим, где они. Ага, вот есть. Вот. О, вот тут близко. Давайте его возьмем. Стоять. Сначала выделим его меткой. О, вот тут близко. Интересно, нам какое достижение дадут, нет? Путеводитель. Сбор припасов. Нет, нам никакого достижения не дадут. Ни достижений, ни наград, ничего. Чисто моральное удовлетворение. Ну что ж, ладно. Хоть денег дадут, хотя и деньги, в принципе, не нужны. И опыт дадут, но и опыт нам не нужен. Чисто, да, морально для себя чисто пройти. Все-таки полное прохождение. Так. Ну, красивый вид. Интересно было бы сделано, если бы вот эта гора была вулканом, и сейчас бы дым оттуда шел. Или даже это... Небольшое извержение, не прям уж, ну, не извержение, а чисто вот, чтобы видно было, как там магма кипит. Красиво было бы. Ну, и чисто я так придираюсь. И так, в принципе, неплохо. Так, а где у нас... Так, а как я туда залезу? Вы что, с ума сошли? А, вот, тут дорога есть. О, опять баги. Ну, баги я люблю. И, кстати, тут зеленая трава есть. Зеленый лист... Два зеленых листа. Правда, на первом острове их, по-моему, не называли алоэ, а вот здесь они называются алоэ. Ну, что-то дальше там зеленые листы на каком-то пригорке. Ну его нафиг. Так. Ну, блин, ну давай, что-то не сломали. Радует вся весь путь дымами сразу выделен. Я раньше не обращал внимания. То есть дым активируется один не после того, как вы через один проедете, а сразу все они показаны. То есть видно маршрут. Это радует. Я раньше просто не обращал что-то внимания. Патрончики, но у меня они есть. О, ящик, вот это хорошо. Вот эти квесты, кстати, я не выполнял. У него там всякие гонки, стрельба, метание ножей, всякая фигня. Покер. Это чисто генераторы, по-моему, но... Стрельба из пистолета, метание ножей, покер. Но этом... Смысла я выполнять их чисто не вижу. Так, вот сейчас вот сюда пойдем. Если не возражаете. Не знаю, может быть, начнем сюжетные. Ну, не сюжетные, а вот эти вот синий восклицательный знак проходить сейчас. Их я... На них я целую серию выделять не собираюсь. Их стараюсь разбросать эти задания по другим сериям. Хотя сейчас тут охота займет несколько серий, не знаю. Но охоту я на этой части начинать не буду. Потому что охоте я хотел бы уделить 1-2 части полностью. Амулет цапля. О как.
А, тут клад есть. Ну ладно, фиг с ним складом. Так, одна минута. Хорошо. Одна минута счастья. Ох, блин. Они нас специально убить хотят и прикалываются. Ёп. Так, а дальше как? Ну, проехал. Ну, вот это вот дебильно, конечно, сделано. Я надеялся, что это не так. О, блин. Чувствую, переигрывать придется. А можно задание начать заново? Как-то, по-моему, да, вот, начать задание заново. Ну, вынесло, что бывает. Еще этот скутер, блин, он просто так и любит уходить в заносы. Но сейчас мы знаем, что надо держаться левой стороны. Так, а вот тут аккуратненько. Да гребаная пальма! Опять, что ли, вылетел? Ой, блин, Джейсон, придурок. Помогает бесшумно подкрадываться, охотиться и выживать в дикой местности. О как. Вот жалко, тут Джейсон не просит есть, пить и спать. Этого явно не хватает, как здесь, так и в Скайриме. И в том же Ассасине, хотя бы в третьей части могли бы давать такие штуки. У Ubisoft главный герой все время сыт, без жажды и без сна. Терминатор это. Так, че, аккуратненько, без пальм. Ну да, без пальм, конечно. Специально поворачиваешь, а ты прям буквально летишь на эти пальмы. Ну, блин, как его заносит, это ужас, лучше баги дали. Вообще, это не самый мой любимый вид квестов. Больше всего нравится вот охота за головами, но мы прошли. И чисто прям полностью моральное удовольствие я ловил. Ну, в принципе, еще половим с квестов по охоте. Вот это да, действительно интересно. Особенно если с воображением подойти. А насчет вот доставки, они все банально одинаковые. В принципе, охота тоже одинаковая, но там хотя бы звери меняются, оружие меняется. Плюс вы сами можете выбрать, как вам лучше охотиться. Здесь же никаких этих развитий сюжета нету. То есть все банально и просто. Ну а насчет восклицательного знака, вот этих побочных сюжетных заданий, там они, конечно, в принципе, все разные. Но как-то не цепляют они. Некоторые квесты есть, конечно, интересные. Но в целом не так они запоминаются, как та же охота. Одно дело, допустим, вы там охотитесь, час гоняетесь за какой-нибудь супер-пупер пантерой, да. Другое дело, лекарство доставляете. Чувствуете разницу? Я думаю, всем интереснее все равно на пантеру будет охотиться. Но тут также еще и любители. Ух ты, сколько зеленой травы. О, из машины выпрыгивать можно. Я не знал. Так, мне зеленая травка нужна, да. Так, там собаки какие-то, но я не хочу в бой ввязываться. Так, это еще 4. Где-то с десяток у нас есть. В принципе, нам уже так много травы и не надо. Мы ведь себя вон просто захватили, но запас какой-то иметь нужно. Все равно места в рюкзаке полно. Ну, все, я думаю, теперь нам хватит до конца игры. Ну, если что, еще соберем. Сейчас если по пути еще встречу, конечно, возьму. Но, в принципе, нам должно хватить. Так, тут можно даже не пытаться забегать. Так, а где мне можно это? Понятно, лучше сразу эту скалу оббежать, пока есть возможность.
потом будем блуждать долго. Хорошо, что вышки уже исследовали. Так, здесь у нас, кстати, сокровища и реликвии под вышкой, но там пещерка. Поэтому сам слазю, когда буду этим всем делом заниматься. Не знаю, пока мне, конечно, что-то не сильно охота. Ну, может, на выходных я соберу все вот эти остатки. Сейчас, в принципе, уже мне ничто не мешает. Вышки есть, аванпосты есть. Так, минута 0,7. Времени, то есть, достаточно долгий или просто сложный. На машине хотя бы ехать приятнее, ее не заносит. Управление она достаточно хорошо подается. Конечно, если нас сейчас с обрывов будут кидать, начнется та еще веселуха. Так, вот здесь лучше притормозить, я вам лично советую. Либо вы банально успеете скачать на мост и прилетите мимо него. Будет у вас не машина, а подлодка. Да, тачку мы раздолбаем, я чувствую. Да, вот зачем нужен навык водителя-ловкач. Ну куда ты убежал-то? Все, успокойся, чувак. Ну, немного припарковался. Агрессивно, ну чё ж теперь. Думаю, топ-хам тут меня не найдет. Им тут вообще делать нечего. Так, квесты. Медицинская доставочка. Так, раз осталось. Остался. Два остался. Блин, как далеко-то, а? Ну, недалеко. Два, по идее. То есть сейчас у нас должно быть 17 штук выполнено. Путеводитель. Да, 17/19. Окей. Так, где там поближе была? Внизу, по-моему. Вот. Ну, как поближе, не поближе, но... Хотя бы так. Пойдем пешком, чтобы хоть как-то серию растянуть. Все-таки я, наверное, не буду ничего дополнительно снимать. Ну, эти вот эти восклицательные знаки. Оставлю эту серию так. Раз решили снимать только доставку лекарств, значит так и будет. Ну и думаю, минут 25 я наснимал. Это достаточно. Вот по охоте серии будут длинными. Либо одна очень длинная серия будет, либо две таких минут по 30. Не знаю. Посмотрим, как получится. Мне, в принципе, при любом раскладе без разницы. То есть, что так, что так. Кстати, а почему лекарства нельзя на дельтаплане доставлять? Я вот сейчас так посмотрел на этот обрыв. Ну да, опять этот грёбаный скутер. Тут вон, смотрите, вот прекрасный можно было устроить полет с доставкой лекарств. Но нет, мне дают тут только хрень, которую любит в дрифт уходить даже... При легком повороте. Так, поехали. И говорят, скачи, Джейс, по горам, как горный кот. Так, главное не слететь, не слететь с обрыва. Я вам этого крайне не советую делать. Блин, он даже, вот, когда я поворот не жму, просто он вниз скатывается. Он сам в занос уходит. Я ничего не жму. Так, вот сейчас вроде едет ровно. А вот это четко. Вот это мне понравилось. Правда, у нас две с лишним ячейки, даже три. Ну да, две. Блин, балбесы, а! Не видите, я лекарства вставляю. Успеем, нет? Должны успеть. Так, кладики надо брать, пока есть возможность. Патроны нам, наверное, не нужны. Где еще кладик? Внутри, что ли? И давайте-ка подлечимся. Мы очистим тут все,
Все. Так. У нас, кстати, уже все, бумажник забит, однако. Так, а как я брахло-то буду продавать? Это у меня так рюкзак забьется, нафиг мне это надо. Так, путеводители. Я предметы создать хотел, да. Да, 14 листов. Ну, не до конца игры, что-то я, конечно, психанул, но... Думаю, на ближайшие 5-7 серий нам этой травы точно хватит. Так, и остался вроде бы последний квест, связанный с доставкой. Давайте его и выполним. Так, а какие у нас там еще квесты? Восклицательный знак, да? Давайте посмотрим. А, это вот эти, что ли, миссии? Или это все считаются, я вот не знаю. Письма соберем, испытания я сам сниму. Ну, испытания и письма я сам сниму, то есть вы не увидите, но тут одно, ну, банальное достижение дают, то есть ничего там такого нет. За реликвии, за сбор тоже ничего не дадут, но так как осталось всего 30 штук мне собрать, я так уж и быть, из чистого морального принципа соберу их, ладно. Охоту заголоваем, так, припасы сейчас соберем. А, стоп, сюжетные задания, это вот восклицательные знаки или вот эти, как... Действительно сюжетные, которые мы выполняем уже по сюжету. Давайте сейчас посчитаем, сколько у нас восклицательных знаков. Больше 4? Если да, то я хотя бы буду знать, куда смотреть. Так, путь охотника 9 штук, да, много. Ну и одна и это осталось, но это мы сейчас выполним. Сюжетные задания. Так, восклицательные знаки ищем, да? 1, 2, 3, 4. Ах, блин, я все это время не туда смотрел. Я-то думал, это эти основные квесты. Основной сюжет. Думал, я уж почти прошел. Так, то есть получается их 4 штуки. Вот я, наверное, тогда все-таки уделю серию им. И выполним в следующей серии все эти 4 сюжетных задания. Два. Ну, охоту уже потом начнем выполнять. Так. Это тогда у нас что получается? Ну, давайте глянем. Так-то 86% мы уже выполнили. 27. Это еще 11 миссий. Плюс 3 достижения нам дадут. Но их вы увидите, конечно. А, карты памяти мы уже все собрали. Ништячки. Ну, я постараюсь, все-таки, может, одно письмо оставлю. Специально возьму его, чтобы вы достижение увидели, какое дадут. А так, в принципе, больше вы ничего и не пропустите. Так, вот за навыки какое-то достижение дадут. Одни достижения, нафиг мне это все надо. Лучше бы оружие еще больше давали. Или какой-нибудь... Почему нельзя деньги скинуть на вебмане? Электронный счет Джейсона, ништяк. Так, мне бы наверх. Вот, блин, да, тут с этим туго. Очень туго. А нельзя как-нибудь это... На другой ванпост? Так, ну давайте вот, наверное, тогда... Так, а нам куда надо, кстати? Что-то я не пойму. Куда квест делся? Он тут был. Вот где вышка. И нету его. Было, нет его. А, все, снова появился. Ну ладно, бывают глюки, чё ж, простим им. Автоматизированный склад, где вы можете купить припасы и снарядить оружие. Учитывая, какие тут дикари живут, чё им стоит выломать эту решеточку жалкую? И забрать все припасы из этого магазина. У нас даже, блин, в нашем Ульяновске не рискуют ставить торговые автоматы с напитками и печеньками всякими. А здесь аж на острове поставили, да еще с оружием. Дебилизм хворает. Так, нам надо наверх. Давайте вот на эту дорогу перескочим. 220 метров счастья. Ну, в общем, что, в следующей серии мы закончим вот эти восклицательные знаки и этим
письма соберу я. Так, а вот здесь у нас это реликвия где-то лежит. А, вот она. Зачем нам столько опыта? Зачем разработчики вот это все сделали, если у нас кошелек уже битком, а когда еще весь второй почти остров не пройден в плане дополнительных квестов? Зачем нам навыки, когда у нас уже все изучено, а также второй остров практически не пройден? Опять этот баги долбанный. А как-то задолбал. Ой, баги, вру. Квадроцикл. Деньги тут. Зачем они мне? Все, кошелек, в кошелек не лезет. Все, деньги нельзя взять. Карманы, не слышал. Ладно, пофиг, давайте уже разберемся с этими квестами. Надоели они мне уже. 43 секунды. Окей, значит, дорога не очень большая. И, в принципе, сейчас нас не заставляют все сгладить. Заставляют. Я-то надеялся, по дороге доедем, но нет. Ух. Ёпрст, это гребаный бочек. Кто их тут наставил? Давай, сдавай назад, вперед. Уйди, мужик, нахер. Уйди, я сказал. Гребаный дрифтер, блин. Не успеем, мне кажется. Не успеем. Кто не рискует, тот не пьет. Чувак аж обосрался, убежал. О, письма. Ништяк, ладно, давайте письма еще в этой серии соберем. А где оно? Неужели японские солдаты были в этом доме? Что-то мало верится мне. Мы очистим тут все от пиратов. Цитра обещала. Да я не против, очищайте от пиратов. Я уже и так до хера сделал. Фу ты, блин, он сел на скутер. Что-то я не врублюсь. А где этот склад-то? Ну не склад, бункер. А-а-а, хитро, хитро. А-ля погреб. Патроны тут. Да, по вторую мировую были... Патроны на современный калибр, аптечки и современные гранаты. Очень достоверно сделано. Молодцы разработчики. Просто респект вам. Треснувшие очки. Ну, это еще ладно. Так, 18 из 20 писем. Ну ладно, письма соберем в этой части. Так, что у нас там с путеводителем? Сбор припасов все сделали. Окей. Ну ладно, давайте письма соберем и закончим серию. Покажу вам вот это какого... Достижение, какое нам дадут. Так, вот здесь у нас еще одно. Это уже 19-е письмо. Ну, вообще, в принципе, вот эти письма сделаны интересно. То есть их даже почитать интересно. Я вам советовал почитать. Флешки вот эти про наркоту тоже для развития можете почитать. Да и сделано их не очень много. Как бы дополнительное вот такое... Дополнительная мотивация для захвата аванпостов. Единственное, что я не понимаю, зачем эти реликвии. Но мы все знаем страсти Ubisoft к собирательству и коллекционированию. К таким вот квестам. Поэтому им можно это простить и понять. Хотя я не понимаю, зачем это надо. Лично я вот никогда не понимал. Так, вход у нас... Не простой, а золотой, да? Не, ничего сложного, кстати. Ну, вот эти вот, кстати, письма, они еще что интересно сделано. Почти, да не почти, а каждый лежал в своем бункере. То есть, можем увидеть военные объекты времен войны. Отсюда они, наверное, обстреливали корабли США. Помню я похожие миссии в этом, в Call of Duty. Не помню в какой, в пятый или... По-моему, в пятый, да, там же с японцами воюешь. Так, ну что, у нас одно письмо осталось, если я правильно помню. Сейчас давайте его найдем на карте. Вот оно у нас, только вот... Никакого аванпоста поблизости-то и нету, да? Печалька. А
Найдите все потерянные письма, чтобы узнать, что происходило на острове во время Второй мировой войны. Окей, сейчас соберем. Да, нам даже игра как бы намекает. Так, где письма-то у нас? Письма, да, 19/20. Окей. Сейчас возьмем последнее письмецо. Ну, не беру я машину, уж пешком привыкли бегать. Это, наверное, страсть ходить пешком после сталкера. Там-то машин нет, если это не мод, конечно. Они сделали лестницу, но где клад? А, вот он. Вот этот аванпост. Наверное, какой-нибудь эхо, дельта или еще что-нибудь. Сюда можно заходить. А, ну да, по-моему, можно. Только здесь нет ничего. Я не знаю вообще, зачем это нужно. Для чего я, точнее. Но вот здесь есть алоэ. В натуре алоэ. Так, идем дальше. Там нам, ну, недалеко, по прямой, в принципе. Да, зеленую траву здесь полно. Водопад. А чудо даже видно, красиво сделали. Жалко, очень не добавили еще бинокли. Вот бинокли тут реально не хватает. Да, есть фотоаппарат. Но согласитесь, это бредово. Потому что сколько мы, ну, текстурок, моделей, биноклей встречали, а взять их нельзя. Так, это что, собаки у нас? А, это эти, вараны. Ну, у меня спас есть. Шкуры снимем. Комодский варан. Я уже даже животных разлететь начал. Как я стал дроздовым? Юное пособие. Ну и заодно теперь мы все знаем, как выглядит алоэ. Так, ну ладно, давайте-ка, даже пушка осталась, артиллерийская, установочка. А, солдат снаружи лежит, но это уже, конечно, бесчеловечно. Могли бы похоронить за это время. Так, письма мертвых, достижения, вы могли его увидеть на экране справа сверху. Бумажник полон, так, здесь еще одна штука. Ну ладно, на этом я свою серию заканчиваю. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующих частях. Блин, испугали меня эти вараны. В общем, как всегда, А, нет, не так. Сначала подписываемся на мой канал, ставим лайки и комментируем видео. Это все стимулирует снимать видео как можно чаще, как можно лучше. А также... Вступайте в группу ВКонтакте, ссылка будет в описании к этому видео. Там вы можете узнать последние новости, просто пообщаться, либо задать свои вопросы мне. А вот теперь, как всегда по традиции, чаще сохраняйтесь и перезаряжайтесь в натуре. Так, чаще сохраняйтесь. Ну и по возможности проверяйте свои силы или делайте запасные. Это все вам сэкономит время и нервы, поверьте, проверено. Ну и все, на этом я с вами прощаюсь, увидимся в сериях, в следующих сериях. Еще раз приятного просмотра и до скорого, не болейте.